Приветствуем всех зрителей Atomi News. Я знакомлю вас с новостями Atomi Казахстан за прошедший месяц. За период с 1 по 15 ноября появилось 6 новых мастеров, и их имена и ранги вы можете увидеть здесь. Второй период ноября был богат на новых мастеров. У нас появилось 5 новых мастеров Шаронской розы. Гурвиц Виктория, Искаирова Дина, Нигметова Алия, Ниязбаев Алибек и Умербекова Гулимжан, Темиргалиев Жанбулат и Акатаева Жулдыз. А список новых бриллиантовых мастеров и мастеров продаж вы можете увидеть на экране. А также мастера за первый период декабря. За прошедший месяц открылось 7 новых образовательных центров. 2 в Шымкенте – Шымкент Арман Асель и Шымкент Арман Победа Удача. В Аягозе – Аягоз Эко, в Алматы – Алматы Саяхат Империал, в Актау – Актау Арман Айнур, в Жаркенте – Жаркент Арман Олжас. Партнеры могут прикрепляться и оформлять заказы до этих центров. 13 ноября в Алматы прошел городской забег City Run, в котором компания Atomi выступила в качестве партнера. В забеге участвовало более 2000 человек. Призерам забега вручили подарки от компании, а также в рамках лотереи было разыграно более 500 призов. Гости мероприятия смогли угоститься черным кофе и витаминами Atomi. На главной сцене Алматы-марафон также все участники сие действия смогут испытать свою удачу и получить 10 призов от компании Atomi. 10 декабря в Астане состоялась Академия успеха Atomi Казахстан. Мероприятие посетило более 700 человек. В программе было выступление стармастера из Кореи Дины Ким, рассказ от мастера продаж Аиды Садвакасовой, знакомство с детской серией от Айгуль Куан. В эфире также были награждены члены лидерских клубов и новые мастера Atomi. Запись прямого эфира можно посмотреть на нашем канале, ссылка будет в описании. Фотографии с Академии можно посмотреть по ссылке, также в описании. В рамках корпоративной социальной ответственности компания Atomi Казахстан сотрудничала с кризисным центром, в котором временно проживают девушки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Подопечным были оплачены курсы для освоения профессии парикмахер широкого профиля. По окончании курсов девушки получат сертификаты государственного образца и смогут трудоустроиться по новой профессии. Знакомим вас с графиком предстоящих мероприятий Atomi Казахстан в 2023 году. Подробная информация о дате и месте проведения будет объявлена заранее. Следите за обновлениями на официальном сайте и в Инстаграме. Благодарим вас за внимание. А теперь передаю слово коллеге из Atomi Корея, которая расскажет вам о глобальных новостях Atomi. Председатель Atomi Пак Хангиль был выбран в качестве ключевой фигуры для статьи в ежедневной газете «Даньянг Ильбо» в регионе Чхунчхон. В статье председатель Atomi Пак Хангиль рассказывал о философии выпускаемой продукции «Абсолютное качество, абсолютная цена», философии управления, забота о душе. Также в статье подробно описана благотворительная деятельность председателя Пак Хангиль, направленная на помощь нуждающимся соседям. В статье цитируются слова председателя Пак Хангиля, по мнению которого клиенты и компания не являются противоположными
противоположными друг другу. Они дополняют друг друга. Также в статье вы найдете еще больше сведений об Атоме. Если вы хотите донести кому-либо суть философии Атоме, то вы можете поделиться данной статьей с окружающими. В прошлом месяце 116 членов зарубежных представительств Атоме из Тайваня, Камбоджи, Таиланда и Новой Зеландии посетили Корею, чтобы лично побывать в штаб-квартире компании и принять участие в лекции Академии успеха. Во время визита гости посетили Атоме Парк в городе Кондзю, партнерские компании, центры, а также исторические места Кореи. В рамках поездок гости получили возможность узнать больше о стране, отведать корейские блюда. Данная поездка была хорошей возможностью еще больше укрепить доверие к Атоме со стороны приезжих гостей, поскольку они лично увидели рабочий процесс абсолютного качества, абсолютной цены, о котором они могли только слышать, сказал представитель Атоме. Также представитель отметил, что гости получили возможность увидеть различные достопримечательности и отведать блюда Кореи. Тем самым это будет способствовать распространению корейской волны. Во время этой поездки наибольшее впечатление на меня произвела Академия успеха АРОТ. Я видел много людей, которые хотели изменить свою жизнь с помощью Атоме, сказал один из участников. Он также рассказал, что через данную поездку он получил осознание того, что Атоме является уникальной компанией в своем роде, несравнимой с другими. Посещение Кореи иностранными членами Атоме будет продолжено в ноябре и декабре месяце текущего года. В следующем году планируется приглашение более 1000 иностранных членов ежемесячно в Корею и более 10 000 членов ежегодно. Интерес к продуктам для здоровья стал расти после COVID-19, и вместе с ними рынок индивидуально признанных функциональных продуктов тоже растет. По данным от 9 ноября в 2021 году, рынок функциональных продуктов составлял 5,58 триллиона вон, и первое место занимал красный женьшень – 1047 тысячных триллиона вон. Это составило 26% от общего объема продаж. За ними индивидуально признанные продукты на сумму 846,7 миллиарда вон. Рынок индивидуально признанных функциональных продуктов вырос на 29% по сравнению с предыдущим годом, что внесло вклад в развитие данного рынка. Сырье для здорового функционального питания в значительной степени делится на два типа – индивидуально признанное и всем известное. Индивидуально признанное сырье – это продукт, признанный правительством Кореи, после того, как производитель провел собственные исследования и разработки и доказал его функциональность, стандарты и спецификации сырья. Разница между двумя видами сырья заключается в том, что общеизвестное сырье может использоваться кем угодно, если оно соответствует критериям. Но для индивидуально признанного сырья компании и частные лица, разработавшие его, имеют патент на 6 лет. Атоме Химохим – это индивидуально признанный функциональный продукт номер один для улучшения иммунной системы, полученный из корейских натуральных лекарственных трав – корней пиона, бороздоплодника и дудника. На долю Химохим приходится 37% от общего объема производства индивидуально признанных функциональных продуктов, и он экспортируется в 20 стран, включая США и Китай. При этом экспорт составляет 69,2 миллиарда вон, что составляет 89% от общего объема рынка. Мы искренне надеемся на ваш активный интерес к функциональным продуктам для здоровья от Атоме.